Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Poco X4 Pro. И сейчас я покажу вам, как пользоваться диктофоном, точнее, как записывать звук на диктофон на данном устройстве. Для этого мы включаем диктофон. И здесь у нас, например, есть какие-то настройки. Мы можем это все настроить. Мы можем включить разговорный динамик. То есть звук будет воспроизводиться через разговорный динамик. Там индикация записи и именовать записи вручную, режим без звука при записи и так далее, и так далее. Все это можно спокойненько настроить. Далее мы просто нажимаем на запись. Для этого мы разрешаем записывать аудио диктофону. Нажимаем на запись, запись идет, а мы можем во время записи, например, ставить флажки, потому что если мы записываем что-то важное, потом на каких-то моментах нам будет проще к этому вернуться, очень быстро переключиться. Вот, далее мы можем просто поставить на паузу нашу запись, и можем ее просто сохранить, можем дать ей какое-то название. И потом мы переходим в наши записи, также разрешаем все здесь, включаем. Включаем нашу запись и начинаем просто слушать. Мы можем переключаться по флажкам, как я уже говорила, очень быстро, перескакивать с одного на другое. Мы можем поменять скорость нашей записи и слушать, например, на ускорении. И по ходу записи мы можем ставить еще флажки. И, в принципе, это все. Также мы можем просто переименовать запись, удалить запись и отправить ее куда-нибудь. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.